Что
Что здесь самое эффективное, которое зачастую произвести вообще не военно промышленный комплекс, а частную компанию. Или это просто приглашенные гражданские изделия, которые не предполагалось когда-либо использовать в бою. Их цена зачастую десятки, если не в сотни раз меньше, чем у ракет ПВО, которые готовились отражать совершенно другую угрозу с неба. Вы выпуске мы поговорим о том, что сейчас представляют себя сегодня на фронте, о том, как быстро они развиваются, о том, повлияют ли они на продолжительность военных действий. Хочу проговорить политические процессы между русскими и русскими технологиями, потому что нравится нам это или не нравится, принимаем или не принимаем это, но война, как Валерий Ширяев. А начать хочу с одного показательного видео, снятого не с дрона. Это то, как сейчас зачастую зависит доставка грузов на передовую и эвакуация раненых с передовой. Самым подходящим средством транспорта оказался мотоцикл. Еще до 2 секунды. Такой дрон, который просто наблюдают. Thank you.
Thank you.
Thank you.